Вот, друзья, плавающий мост. Посмотрите. Друзья, приехали в Астрахань, заехали в город. Посмотрите, какая красота. Эта река как называется? Волга. Река Волга, друзья. Красота. В Астрахань заехали в город, решили здесь пофоткаться, видео снять. Ну, такого особенного ничего нету, но вроде все как красиво. Нету, Эми, смотри, да? Ну, очень холодно, друзья, ветер холодный очень. Хорошо, что теплую одежду взяли, а так очень холодно. Ну, сама погода теплая, солнце есть, но ветер холодный. Река Урал. Волга. Урал. А, Волга, ой, думаю. Река Волга, друзья. Друзья, приехали в одно место в Астрахани. Называется Лебединое озеро. Здесь, как видите, парк. Вон там какой-то автобус маленький. Ну, с детьми катается туда-обратно. Вот наши друзья. Вот я. Друзья, сейчас покатаемся. Эмир, да, белую выбери. Аккуратно. Не бойся, Эмир. В общем, друзья, вот здесь Астрахань, Лебединое озеро. Если утонет, есть кому спасать, да, его? Лифтуем, лифтуем. Лифтуем, друзья. Всем обещали, да? Какие ощущения, Эмир? Обычная лодка электрическая. Правда, скорость не выбираешь. Нажал кнопку, едет. Можно вот так делать. Это чисто для тебя даже. Для вас, друзья, для вас показываем. Дрифтуем на месте. Сколько минут будет кататься? Сюда, все Илья Мир. Сюда, все Илья Миро. Вот время, друзья. Друзья, смотрите, припарковались вон там. Вот какая-то достопримечательность астраханская. Сейчас посмотрим. Говорят, это как бы площадь Ленина. Что-то связанное с историей. Здесь вон часы, друзья. И очень высокая башня. Блин, я не знаю, сколько здесь этажей. Тот еще выше, вот тот, друзья. Огромная церковь, друзья, здесь. Красота. Я тебе скажу. А? Можно и в церковь зайти посмотреть. Вы уехали в Хамите далеко. Друзья, пешком здесь ходим. Все устали. Друзья, выезжаем в город Астрахань. Друзья, заехали на мойку. Моем машину. Хорошо. Как впечатление от Астрахани? Красиво. Очень красиво, да? Вот мойка, друзья, самообслуживание.
Очень понравился город, очень красивый, новые здания, ну так. Знаете, один минус здесь. В целом в России один небольшой минус, здесь холодно. Здесь даже летом холодно, сейчас уже должно быть тепло, все равно холодно. Ветер холодный такой. Мы-то южные люди, мы не привыкли к такому холоду. Очень холодно. Сейчас поем. Японцы тоже делают вещи.